Вышел у нас, значит, получается, новый Сурф. А это значит что? Это значит, что надо срочно его посмотреть. Вау! Это типа волосы на руках или что? Что за сосисочки? Ну, в целом, внешне мне даже нравится. Что-то очень необычное, прикольно. Какая трубка во рту. Визуально мне очень нравится. Особенно его прическа. Ну, встань-то ровно, ну, ёпарно. Прикольненький аксессуарчик такой. Что он дает? Ага, понятно. Опа. Надо почитать хоть про его способности. Короче, у него есть ранец, реактивный ранец, который может использоваться 3 раза. После первого толчка 2 последовательно будут в рандомном направлении. Окей. Ты можешь подняться в воздух 1 раз на 2 секунды. И вот это все как бы ветер. Также мы можем двигаться вперед на большее расстояние во время зависания. Но охотник будет получать уведомления всякий раз, когда мы двигаемся. Хорошо. Допустим, поскольку мы крутые инженеры, то скорость нашего декодирования увеличена на 2%, а тут все понятно. Да, мы крутые инженеры, но у нас очень трясутся руки, поэтому мы очень боимся уронить палету и делаем это на 20% медленнее, боже мой. Но если поблизости у нас появляется Сурф, то мы забываем про то, что у нас дрожат руки и роняем палеты, как обычно. При этом, если мы застанем Хантера, то его стан будет на 20% дольше. Сейчас я поставила просто дефолтную свою сборку на него, потому что я вообще не представляю, как им играть. Я первый раз его вижу. Вот это пузико у него. Сейчас будем разбираться, короче. Ага, ага, ага. Зачем нам декодить? Мы что? Мы что, слабаки? Мы идем сразу в бой. Блять, только вот... Бой от нас ушел. Тогда самое время попробовать его навыки. Что это было? Нажимаем 1. Ага. 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 А если зажму? А если отожму? Блять. Нет, я передумала. Как это выключить? Оп, машинка. Привет. Все, погнали. Давайте, хоба! А он все равно не за нами. Им похуй. Все хорошо? Охуеть. Теперь я сейчас сделаю вот так вот, просто как прошка. Где единицка? Единицка, да. И все. Все, я ушла. Прям к палете. Супер. Отстань от меня. Допустим, у меня уже закончилась эта фигня. Подождите. Не то. Отпусти. Стоять. Он не помещается в это колечко. Ладно. Если бы у меня этого не было, а я могу поворачивать. То есть, ой, нет, стой. Вот и допустим, и теперь я делаю вот такой промув, а если я... А, я могу в воздухе поворачиваться, так вообще супер. То есть я сама задаю направление, в принципе, если я понимаю, куда я хочу. Но это надо быстро сориентироваться, чтобы повернуть своего персонажа так, как нам надо. То есть, допустим, я сейчас вот так, ну, типа... Ну да, это нелегко. Да хуел. Ладно, хватит с нас кастомок. Я более-менее разобралась, как он работает. Спасибо за ноль. Я, конечно, могла бы взять часы, но пока что мои инстинкты самосохранения работают чуть больше, поэтому я доверюсь доктору. Думаю, что она знает, что она будет делать. Я пока не представляю, что буду делать. О, птичка. А если влево, то вот так. По-моему, им нужна помощь. Уходи, да я спасу уже, ну я шла сюда, ну, блядь. Так, я забыла, что я там хотела, блядь, помогите мне. Сука, что происходит? Ребята, мы проиграли. Я ничего не обещаю, я ничего вообще не обещаю. Оп, это было очень хорошо. Быстро, вправо-влево, нет, в стену, пиздец. Ребята, давайте surrender проживем, пожалуйста. Ладно, к этому просто надо привыкнуть. Все, пока. Я забыла, как я там хотела ебашиться, просто пиздец. Что так пугаешь-то? Ёбаный сыр. Да чтоб ты, блядь, скукурузилась. Стоит ли мне идти спасать, или может быть что-то... Лечись, я попробую. Иди нахуй. Давай, ковбой, до фазы. Ебашь отсюда. Ебашь.
За мной идут. Нет, не за мной. Есть ли смысл пытаться? Я думаю, пытаться смысл всегда есть. Пытаться. Сейчас либо он, либо я, либо он, либо я. Он. Ну что ж ты так долго-то лечил? А, ты встать не мог. Пока. Ладно. Ну, попытка номер два. Давай. Активнее, блядь. Давай, там люди умирают. Вот. Вот. Вот это классно, вот это классно. Сейчас. Хорошо, что я ему усыпила, потому что я бы так не смогла. Ой-ой-ой. Пойдем. Пойдем. Мне очень хочется пересмотреть этот матч, потому что мне очень понравилось, как аэропланист, ну, инженер, короче, провернул спасение.